Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы в Албании, и у меня в номере установлен такой цилиндр фирмы Domus. Мы сейчас попробуем открыть этот замок. Замок также фирмы Domus. И давайте посмотрим, сколько по времени он продержится. Открывать буду с помощью натяжка. И давайте возьмем такую клюшку. И мы видим вскрытие этого замка. Дверь открыта. Замок закрывается всего лишь на один оборот. Но я думаю, можно умножить время на 2, и вы поймете, за сколько примерно можно вскрыть этот цилиндр. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Разбирать его не буду. Владельцы неправильно поймут. Всего хорошего.